дорогие друзья. Считанные минуты остались до первого удара по мячу на Олимпийском стадионе. Перед нами состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Нам показывают состав команды гостей. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Добрый день, дорогие друзья. Считанные минуты остались до первого удара по мячу на Олимпийском стадионе. Перед нами состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Нам показывают состав команды гостей. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Добрый день, дорогие друзья. Считанные минуты остались до первого удара по мячу на Олимпийском стадионе. Перед нами состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Нам показывают состав команды гостей. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Добрый день, дорогие друзья. Считанные минуты остались до первого удара по мячу на Олимпийском стадионе. Перед нами состав хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Нам показывают состав команды гостей. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Команды начинают эту игру. Поехали! Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Это аут. Фабиан Лустенбергер.